Если инициативу одобрят, работодателям предоставят возможность снижения налога на прибыль, если они покупают своим сотрудникам путевки в отечественные санатории и курорты. Подобная мера, по мнению губернатора Краснодарского края, увеличит популярность внутреннего туризма и сделает его более доступным. Налоговый вычет на отдых на российских курортах – это беспрецедентная мера по развитию внутреннего туризма. Так мы можем поддержать развитие туризма и внутри страны, и внутри региона. Для этого у нас есть все условия. Кроме того, повысится и легализация отдыха. Вениамин Кондратьев считает, по сути, подобный налоговый вычет – это скидка на турпутевку для жителей России.